Что, ребята, мы на Егоре. Тимон показывает нам конфиг. И мы предполагаем, что шина закончится в первом заезде в половине трассы. Что скажешь на эту тему? А, нет, подождите, он сказал, что хватит, но он мерился по своим 200 дохлым пони. Да, и на Триангле ездит. И на Триангле, да. Короче, все нормально. Примерно на 2 заезда хватит по-любому. Если ты не будешь ехать там на 0,2, как обычно ты едешь. Ну, в общем, так, очень крутой трек, офигенная локация, трибуны прямо на самой зоне постановки, перепады высот, все очень серьезно. Покажи перепад высот нормальный. А, сейчас поедем. Вот, сейчас покажу. Слушай, я на трассе, готовьтесь, нужны рисовальщики, несколько человек, мелки, весь набор, все, надо рисовать сейчас. Карточки, мелки, все дела. Все. Сейчас он прям жирный. Ну, 3 человека понадобится, куча краски, куча всего.